Зашел седой солдат в автобус, а на груди его сияли ордена. Он предъявил свои права на льготы, и те права дала ему страна. Кондуктор процедил сквозь зубы: кто ты, что мне твоя бесплатная война? Оплата за проезд здесь стоит рубль, вот это настоящая цена. Так оценил кондуктор ветерана, но тот ему про цены рассказал. Цена войны — могилы ветеранов, истерзанные души матерей. Цена войны — протезы ветеранов, кровавые бинты госпиталей. Цена войны — твое благополучие, уверенно тот воин говорил. И все мои страдания и увечья, за все это я кровью заплатил. А вот твоя цена — достал боец монету. Ты прав, кондуктор, это настоящая цена. Возьми ее, ты заслужил вот это, не уважая боевые ордена. Цена таким, как ты, простая, как говорят в народе, грош цена. Цена войны — могилы ветеранов, истерзанные души матерей. Цена войны — протезы ветеранов, кровавые бинты госпиталей. Цена войны — твое благополучие, уверенно тот воин говорил. И все мои страдания и увечья,